Привет, друзья! Сегодня мы станем свидетелями волнующей гонки с интересными участниками. Оу, смотрите, это Шустрик, гоночный автомобиль. А вот и два его соперника – бульдозеры. Они часто гоняются друг с другом. Привет, Шустрик, как ты? Готов к заезду? Прекрасно, но сначала давай направимся в гараж, чтобы как следует подготовиться к гонке. А вот и Роб. Привет, как дела? Роб – механик. И сейчас он подберет тебе нужное снаряжение для гонки. Для начала снимем шины и поставим новые. Затем сзади мы установим антикрыло. С ним Шустрик будет ехать быстрее. И, наконец, заменим двигатель на более мощный. Отлично, Шустрик. Ну что, ты готов к гонке? Хорошо, тогда вперед. А вот и трасса. Сегодняшний заезд будет захватывающим. Трое участников уже на стартовой позиции. Замерли в ожидании сигнала к началу гонки. 3, 2, 1. Поехали! И они помчались. Шустрик, поднажми! Давай, Шустрик, ты догоняешь их! Осторожно! Трасса в этом месте вся усыпана камнями. Молодец, Шустрик, ты справился. А вот один из бульдозеров сходит с трассы. Два гонщика идут прямо друг за другом. Просто невероятная гонка! Участники мчатся очень быстро. Смотрите, впереди длинный мост, но, похоже, он недостаточно широкий для двух машин одновременно. Кто же первым въедет на мост? Ого, Шустрик обошел бульдозера! Глядите, они оба уже на мосту! Да, Шустрик побеждает в гонке. Отлично, Шустрик, ты на первом месте. Подписывайтесь, друзья.